Сегодня утром в одной из московских больниц ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка России Наталья Крачковская. 28 февраля она была госпитализирована с острым инфарктом миокарда. Ее состояние врачи оценили как крайне тяжелое. Справиться с болезнью 77-летняя артистка не смогла. Наталья Крачковская за свою жизнь снялась почти в сотни фильмов, многие из которых вошли в Золотой фонд отечественного кинематографа. Среди них «Иван Васильевич меняет профессию», «Калина Красная», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие. Кроме того, практически до последних дней Наталья Крачковская играла в театре и не раз бывала с гастролями в Красноярске. В прошлом году актриса поддержала проект нашего телеканала «В защиту детей, оставшихся без попечения родителей». Вот что тогда сказала Наталья Крачковская в интервью нашему телеканалу. У нас не должно быть детей-сирот. Войны нет. Нет той страшной войны, где дети оставались, ну, помимо их воли. Сейчас не должно быть детей-сирот. Это стыдно, что мы об этом говорим. Чужих детей не бывает, понимаете?